В Центральном парке города Видное в воскресенье 29 мая состоялась выставка детской фотографии. Идейный вдохновитель мероприятия Алексей Зверкович в четвертый раз собирает самые интересные работы на детскую тематику от мастеров фотографии нашего района. На этот раз 15 авторов представили 150 работ. Желающих посмотреть экспозицию под открытым небом оказалось немало. Видновчане приходили на выставку целыми семьями. Также авторы экспозиции организовали бесплатную фотосессию для всех желающих, а ребятишкам предоставили цветные мелки и мыльные пузыри. Выставка длилась всего несколько часов. Это и понятно, фотографии могут не выдержать яркого солнца и дождика, который в это время года бывает нередко. Но подобные экспозиции становятся традиционными, и сегодня к нам в студию пришли одни из авторов фотовыставки – Василий Спиридонов и Екатерина Коняева. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня наш выпуск новостей мы начали с того, что сказали, что детская фотография – это что-то особенное. И посоперничать с ней может разве что фотография с животными. А как вы считаете, детская фотография, что в ней такого и какое место она занимает в вашей жизни фотографа? Детская фотография – это особенная фотография. Она самая дорогая для родителей, бабушек, дедушек, родственников. А специфика фотографа детского фотографа колоссальна. Съемки новорожденных, детей дошкольного возраста, школьников, подростков, потому что с каждым нужно найти свой, ну, как бы язык, если как бы, либо обратить на себя внимание, чтобы фотография получилась эмоциональная. А что интереснее снимать, сюжеты или портреты? Интересно, наверное, снимать все, потому что, ну, конечно, все тоже не может получиться. И в каждом жанре есть свои плюсы и минусы. Вот. И я, например, не могу на чем-то одном зациклиться, снимать только портреты, только животных, только там здания или еще что-то. Вот. Но, наверное, больше всего нравится снимать все равно людей, так или иначе. И детей в том числе, это на первом месте. А во время съемок бывают какие-то забавные моменты? Недавно вот с одной снимал тоже. Вот. Они, конечно, когда увидели дядю с большим фотоаппаратом, с рюкзаком, со всеми делами, они первым делом сами набросились, то есть обычно ну, так не бывает. Ну, конечно, им интересно же тоже. Да, сами набросились, они сразу стали уже играть, я даже не успел сказать «а». Вот. На мне уже висит 15 человек, один пилит ногу игрушечной пилой, второй тыкает ручкой, третий вот так вот висит на шее. А кто был организатором прошедшей выставки и кто помогал? Большое количество людей. Во-первых, мы хотели бы поблагодарить организатора выставки, это Алексей Зверкович. Всем людям, которые пришли, всем фотографам, которые участвовали, директору парка нашего центрального Валерию Черникову тоже большое спасибо и благодарность. Детишкам, которые пришли, мыльные пузыри запускали, подняли настроение себе, своим родителям, бабушкам, дедушкам, которые в выходной день пришли в парк. Спасибо большое за беседу и желаем вам дальнейших творческих успехов. Спасибо. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях были одни из авторов прошедшей в воскресенье в Центральном парке города Видное фотовыставки – Василий Спиридонов и Екатерина Коняева.